Нам всем есть что рассказать. Что уникального именно в этой истории? Важен не финал, а место, где все это происходило. Ты думаешь, мне разрешат с ней общаться? Почему же нет? Ну, она же католичка. Всегда помни, кто ты. Бадди из Белфаста, здесь тебя знают все. Тебя поддержит вся семья. Веди себя хорошо, сынок, а если не получится, будь осторожен. И тогда все будет в порядке. Бадди! Мы собираемся очистить наш район. Ты же не пойдешь против своих. Тронешь мою семью, тебе конец. Это все наши натворили. На этой улице нет ни наших, ни чужих. По крайней мере, раньше не было. Идет гражданская война. Настало время для новой жизни. Мама говорит, что на другом берегу не будут понимать, что мы говорим. Я женат на твоей бабушке 50 лет и не понимаю ни слова из того, что она говорит. Чего хочешь ты? Я хочу, чтобы вы с бабушкой поехали с нами. Религия — вот настоящая проблема. Тогда почему ты водишь нас в церковь? Потому что иначе твоя бабушка убьет меня. Мы тут не глухие. Как я могу уехать из Белфаста? Здесь все их любят, все живут одной семьей. Белфаст никуда не денется. А ты? А я отправлюсь туда, где тебе меня не найти. Ирландцам суждено покидать свои края, иначе в других странах не было бы пабов. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы моя семья была со мной. Мне нужна ты. Ты знаешь, кто ты, и куда бы ты ни уехал, кем бы ты ни стал, ты останешься собой. Белфаст. Веди себя хорошо, сынок, а если не получится? Получится, будь осторожен.